Можешь дать нулевую отчетность своим властям. Все мои 3 недели назад ушли из Сената в Альпы, чтобы было что выложить в Facebook и Instagram. Чтобы жить для себя, а не только в кредиты взаймы, я могу ошибаться во многом. Допустим, что я сама себя свергла с вершины, опустивши планку, чтоб взглянуть лишь вернувшись в это твое лицо и принять очевидность вещей, как устав, что задан. И не спорь со мной, правда. Если смотреть в глаза, есть великий риск опуститься куда-то глубже. Если ты мне сказал все то, что хотел сказать, то давай помолчим. Молчание лечит души. Пусть несбыточность мечт, но застынет кристаллом на околелой поверхности сердца, где что-то снова в эту реку не впустит. Тех чувств река не поместится в русло, и значит, здесь будет море. Обещай мне не думать, не помнить, не ждать, не звать, и что, кроме того, никогда не посметь вернуться. Среди тысяч людей есть те, кто гораздо дышать, хотя сердце не бьется и в венах не слышно пульса. Вот и ты будь таким. Сбереги свои силы для очередности выпадов, планов, привычек, мира, отведенных всем чувствам и чувств, их величина, есть способность светить, даже если кругом нет света. Я, налив себе чая, встану в ночи к окну, и, следя за дорогой недвижимым, ровным взглядом, все былые метания твердой рукой сотру, предначертанный рай обернулся из подней ада. Погаси в себе память. Сожги, задуй свечу и развей этот пепел, как прах по чужбине кладбищ. Если ты меня спросишь, зачем, я к тебе пишу. Я скажу это все, что во мне от тебя осталось.